Повесь, чтоб не помялось. Что ж, ты парень, сдавший скользкого Билла. В отличие от вас, он прятался в неудачном месте. Он был третьим самым разыскиваемым человеком в списке Легиона. Они давно пытались его поймать. Как я и сказал, он выбрал неудачное место для того, чтобы прятаться. Это правда. А я думал, что с тобой стало. Я ж говорил, ты в надежных руках. А ты стал большой знаменитостью среди черноногих. Ты неплохо устроился за пазухой своих друзей, прислужников короля. Я уже не в том возрасте, чтобы выслушивать нравоучения. Если ты не мой отец, что... Я полагаю, вряд ли. Может, сразу перейдем к делу, и вы скажете, чего вы хотите. А чего хочешь ты? Я хочу убраться отсюда. И выяснить, что осталось от моей жизни и дорогих мне людей. Но вы ведь мне не позволите... И почему же? Вы потеряли двоих. Но вы были готовы потерять пятерых, чтобы спасти мою шею. Я вас знаю. Сейчас узнаешь. Вытяни руки. Это совсем ни к чему. Значит, я никуда не уйду, да? И куда же ты собрался пойти? У тебя нет дома. Его снесли на днях. Тебе некуда возвращаться. Нравится тебе или нет, мы твой народ. Хоть ты нам и не нравишься. Правда, Скользкий? Но нам очень интересно, что ты можешь сделать с этим мечом? Оставьте его со мной на пару минут, босс. Надень обратно кольцо, сладенький. Ты мало каши ел, чтобы со мной так разговаривать. И если вам так нужен этот меч, ваша светлость, забирайте его. Овощи будете чистить. Было бы куда больнее, если бы я не снял кольцо. Я знаю, чего вы добиваетесь. Хотите, чтобы я вам показал фокус-покус с этим мечом? Сразу предупреждаю. Вам не втянуть меня в это. У вас целая армия, а я один. Я давно не дрался. Поговорить? Давайте поговорим. Но я с вами ни за что не буду драться. Это все?